Генеральный партнер программы «Белгосстрах». Крупнейшая страховая организация Республики Беларусь. Світая служба інформації телерадіо компанії «Гомель» у студії працює Валерій Даніленко. Глядіть у гэтым випуску. Віваля Академія. Сьогодні почалося централізоване тестування. Не застаться абыяковым до чужой бяды. Сьогодні у Беларусі означається сусветний день донора крыві. 480 рублёў за прогулку без намордника. Ці ставяцца паважліва да літры закону собачнікі Гомеля. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Віваля Академія. Сьогодні почалося централізоване тестування. Перший етап уступної кампанії протягнеться з 14 червня по 6 липня. По всій республіці зареєструвалися більш за 60 тисяч абітурієнтів. Саме масовий предмет – руська мова, на другім місці – математика. Першим тестом, поводле традиції, стала білоруська мова. ЦТ по йой почалося сьогодні у 11.00. У гэтым годзі уступная кампанія моцна адрознівається ад папярэдніх. Одно з галовных нововядзенняў – гэта моніторинг з боку Держконтролю. У кожным універсітэце будуць працаваць камісіі па кантролі за правядзеннем уступнай кампаніі. Первый основной этап вступительной кампаніі – это централізованное тестирование. Оно пройдет с 14 июня по 6 июля. В Гомельской области пунктами проведения централизованного тестирования определены 6 учреждений образования. В каждом пункте централизованного тестирования будет работать комиссия по контролю, председателями которой, значит, определены члены государственной комиссии, определенные указом президента, а заместителями председателей – должностные лица Комитета госконтроля. Для оперативного реагирования и разгляду зворотов громадян по питаниях, связанных с проведением уступных испытов, на базе Комитета держконтролю Гомельской области будет працевать горячая линия. Абитуриенты и их батьки смогут звернуться до специалистов ведомства особисто по номеру, які вы бачите на экранах. Донорство крыві – акт солідарнасці. Становіцеся донорамі і выратовуйце жыцці. Па такім дэвізам сёння ў Беларусі адзначаецца сусветный дзень донора. Ініцыятыва, падтрыманая жыхарамі Гомельшчыны, у матэрыяле нашых корэспандэнтаў. На некалькі гадзін хол абласнога аб'яднання прафсаюзаў пераўтварыўся ў імправізаваную станцыю пералівання крыві. З ініцыятывай стаць донарам аб'яднанне выступае другі год запар. Сёлета на яе адгукнуліся больш як 60 членаў прафсаюза. Проявляя таким образом профсоюзную солидарность, мы являемся гуманными, милосердными, хотим, чтобы вот маленькая толика спасла чью-то, конечно, жизнь. Отдавая, всегда гораздо больше получаешь приятного удовольствия, что ты кому-то помог. Стандартная доза сдачи крови 450 мл, однако берут ее не во всех. Сярод супраць показаний вага меньше, як 50 кг. Узрост до 18 и свыше 60 годов. Перенесенные хроничные инфекционные захворывания. Сегодня шмат кто сдае кровь не упершиню. Кажут, что это нават корыстно для здоровья. Может быть, человек, который впервые сдает, может быть, страх возникает. Я неоднократно сдавала, поэтому я знаю, что все замечательно. Перед тем, как трапить у лечебную установу, вся сдаденная кровь накировывается у областный центр трансфузиологии. Только за минулый год кровь и ее компоненты на Гомельщине сдали больше, как 13 тысяч человек, из которых около 2 тысяч – у першиню. Как выник, отрымалось законсервовать свыше 40 тысяч литров. Причем все дозы обовязково проверяются на безпеку. Кровь донорская исследуется в лабораториях на маркеры вирусных инфекций. Донорская кровь у нас исследуется на ВИЧ, гепатит Б, С и сифилис. И уже по результатам апробации, которая происходит, выдается окончательный результат о безопасности крови. То есть у нас, причем уже как 2 года в Республике Беларусь, вся кровь исследуется методом ПЦР, что максимально повышает качество и безопасность крови на вирусные инфекции. Донорский материал медицинским установам выдается по заявках у круглосуточном режиме. У медустановых региона проблем с наявностью крови и ее компонентов не было николи. У решти размова идет об здоровье людей. Только за 5 месяцев этого года трансфузиологичную допомогу уже отрымали амаль 23 тысячи человек. Вольга Принеслик у 3-ю городскую больницу поступила 2 тыдні тому. Урачи диагностовали тяжкую ступень анемии. После оказания першошерговой неоткладной допомоги женщине пропоновали переливание крови. Предложили или таблетки принимать, или переливание. Я подумала, переливание быстрее как бы и надежнее. Как бы быстрее выпишут. Все хорошо. Уже
даже практически готова домой пойти. Штогод на грудный знак Министерства охраны здоровья гоноровый донор Республики Беларусь отрымливает больше как 300 человек. Причем в ближайший час колькость доноров может увеличиться. Зараз в Украине разглядается махчимость повелишения максимального узросту для их с 60 до 65 годов. Олеся Нюрова, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». 480 рублёў за прагулку. Менавіта ў такую суму можа абысціся нядобрасумленнаму гаспадару выгул свайго сабакі без намордніка. Але як часта вы іх сустракаеце, ці ставяцца паважліва да літары закону сабачнікі Гомеля? На пошук правапарушальнікаў выехалі нашыя корэспандэнты. Згодна з правіламі ўтрымання хатніх жывёл, любы сабака на вуліцы абавязаны насіць намордник. Выключэнне – дэкаратыўная парода ніжэй за 25 см і шчанюкі да 3 месяцаў. У адваротным выпадку парушальнік паводле артыкула 1547 адміністрацыйнага кодэкса абавязаны выплаціць штраф ад 1 до 15 базавых велічыняў. Паводле дадзеных ЖКГ за мінулы месяц па гэтым артыкулі было аштрафавана на ўвесь Гомель усяго 6 чалавек. Такая невялікая лічба можна стварыць уражэнне, што большасць сабачнікаў Гомеля выконвае ўсе правілы, але на вуліцы значна складаней знайсці сабаку ў намордніку, чым без яго. Чым матывавана ўсеагульнае ігнараванне закону? Мы спыталі напрамую ў гаспадароў. Да, хороший вопрос. А она не приучена к намордніку. Щеночка ещё, 11 месяцев. Но он же со мной даже никуда его не отпускаю. Потому что ему трудно дышать с намордником. Ну раз закон есть закон, надо носить намордник. Ну просто не все, ну кто? Вы видели в намордниках? Редко кто-то, да? Ну вообще никого нет. Нязручнасць питомца аказалася самай папулярнай прычынай, але ў пагоні за камфортам гадаванца гаспадары забываюцца пра камфорт людзей, якія знаходзяцца побач. Больш за ўсё такім зубастым добрасуседствам занепакоены бацькі маленькіх дзяцей. От, сёння мы выйшлі з дому. Цэлая псарня, чалавек, сабак 8, наверна, расселіліся каля пад'езда, як мы ўцякаць з ним. Пашлі гору назад, сынучак, а то сейчас загрызуць нас сабакі здесь. Жывёлы без намордников палохают не только детей и их занепокойных батьков, але и інших собачников, особливо уладальников невеликих пород. Да, знаете, когда гуляем, часто видим хозяев с собаками большими, и они зачастую без намордников. И немного напрягает, потому что все-таки собачка маленькая, любопытная, может подбежать, если не заметить, то обычно все очень тихо, мирно, но это все-таки животные. И кто знает, что им в голову придет. Может, запах не понравится, может, за территорию начнут драться. Поэтому, конечно, стараюсь обходить стороной, если вижу, что большая собака без намордника еще и как-нибудь косо смотрит. Наша здымачная група толькі за адзін выезд заўважыла больш за дзясятак недабрасумленных сабачнікаў. Відавочна, што дадзеныя ЖКГ і блізка не адпавядаюцца рэчаіснасці. Што гэта? Грамадзянская салідарнасць ці проста абыякавасць? Адказ кожны знойдзе сам. Калі вы сустрэлі сабаку без намордніка, звярніце на гэта ўвагу ўладальніка і папярэдзіце аб адказнасці за парушэнне закона. Калі ён ігнаруе вашу просьбу, звярніцеся ў ЖЭУ. Адміністрацыйная камісія складзе пратакол і выпіша яму штраф. А кожнаму гаспадару вялікага сабакі варта задуматься, что танней – купить один раз намордник, або увесь час выплачивать штрафы. Станислав Троинский, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Напрыканцы чэрвеня часова зменіцца графік руху некаторых цягнікоў з-за рамонту. У прыватнасці, 28 чэрвеня ў сувязі з планавымі работамі на ўчастку Гомель-Калінкавічы часткова зменіцца маршрут і расклад цягніка міжрэгіянальных ліній эканом-класа нумар 631 Гомель-Гродна. Ён адправіцца ў 17:25 са станцыі Гомель. Наступным яго прыпынкам стане станцыя Жлобін. Таксама на гэтым участку асобныя цягнікі рэгіянальных ліній эканом-класа будуць рухацца зменным маршрутам. Больш падрабязную інфармацыю можна знайсці на сайце беларускай чыгункі з дапамогай мабільнага дадатку «БЧ мой поезд», а таксама па адзіным нумары кантакт-цэнтра 105. На варце бяспекі ў Гомельскай дзіцячай абласной бальніцы распачаліся вучэнні МНС. Яны накіраваны на адпрацоўку каардынацыі дзеянняў ізаляваных груп пажарных у выпадку ўзнікнення ўзгарання. Вучэннях задзейнічана 9 адзінак тэхнікі, у асноўным гэта пажарнай машыны. Да іх асаблівая ўвага падчас вучэнняў. Праехаць па тэрыторыі бальніцы задача не з простых. І вельмі важна пазбегнуць сітуацыі, пры якой пажарнай машыны будуць перашкаджаць адна адной. У вучэннях прымаюць удзел пажарныя з 6 часцей МНС, а таксама з пажарна-аварыйна-выратавальнага атрада. Усяго падрыхтоўку пройдуць каля 100 выратавальнікаў, у сярэднім па 35 за дзень. Вучэнні працягнуцца па 16 чэрвеня ўключна.
Слупок термометра нарешті опустився вниз. Тим не менш, увесь минулий тиждень трималася невиносна спякота. Саме зручний час для того, щоб провести його побач з водойомом. Особливо для підлітків на канікулах. На жаль, статистика нещасних випадків на воді на сьогоднішній день гучить жахливо. По оперативних даних за минулий тиждень в Україні потонули 20 чоловік. З мети попередження гибелі дітей і дорослих на воді роботники Гомельського обласного управління МНС сумісно з представниками освод проводять рейди по водойомах на території міста Гомеля. Переважна кількість нещасних випадків зв'язана з порушеннями правил безпечних поводин на воді. Основними причинами нещасних випадків по-ранішим застаються купання у заборонених місцях, а так само у стані алкогольного оп'яніння. Як правило, ці причини сподорожнічаються одна одной. Уважаемые граждане, напоминаю, что место не предназначено для купания. Здесь категорически запрещается купаться. К родителям обращаюсь. Дети должны находиться на расстоянии вытянутой руки. В следующий раз будете привлечены к административной ответственности. Вас предупреждает МЧС и Министерство внутренних дел. Під час рейду супрацовники МНС провели тлумачальні гуторки з відпочивальниками на пляжі. Особно кожному громадянину нагадали, що купатися необхідно тільки у спеціально відведених для цього місцях. МНС нагадує, невиконання правил поводин на воді може привести до трагічних наступств. Пам'ятайте, вода не пробачає помилок. Профілактична кампанія «Летом дзеці ў бяспецы» стартуе ў краіне з заўтрашняга дня. Пра гэта паведамілі ў галоўным управленні ДАІ. Асноўная мэта – шырокая інфармацыйна-тлумачальная работа аб праблемах дзіцячага дарожна-транспартнага траўматызму, прычынах і наступствах ДТЗ з удзелам дзяцей і падлеткаў. Па 15 жніўня вялікія намаганні будуць накіраваны на правядзенне мноства профілактычных мерапрыемстваў. Школьники из усей Гомельской области принимают удел у областной зорницы. Мероприемства военно-патриотичной гульни проходят на базе детячего реабилитационно-оздоровленчего центра «Сидельники». 10 команд 90 хлопцев из усих регионов Гомельщины собрала областная зорница. На урочистой линейце с нагоды открытия, построения, узняття стяга и выполнения гимна, говорки и пожаданий. У каждой из команд свой стиль, своя харизма, але агульное одно. Усе удельники настроены только на перемогу. Мы приехали из Жлобина. Наша команда называется «Патриот». В принципе, нам тут весело. Мы из Мозыря. Наша команда называется «Миротворцы». Приехали с хорошим настроением. И надеемся на победу. На победу. Дружная команда получается. Рисуем плакаты, готовимся, часто репетируем марши. Сёлетнюю зарніцу прымеркавалі да года гістарычнай памяці. Каманды заехалі напярэдадні ўрачыстага адкрыцця. Цэлы дзень займаліся уладкаваннем лагера, афармлялі ў ваенна-патрыятычным духу. З баявымі лісткамі, агітплакатамі, выставамі. На працягу 9 дзён удзельнікаў чакае насычаная праграма. Незвычайный подарунок до Дня города. Картинная галерея Гаврила Ващенки рыхтует цирковое шоу с выступлениями артистов и майстер-классами. Эта установа культуры добра вядомая в Гомелі. И не только организации выстав. Так, зараз тут можно убачить сапраўдныя работы таких вядомых старажитных мастаков, как Винсент Ван Гог и Рембрандт. На своих пляцовках галерея организует мероприемства, примеркованные до разных историчных дат. У ближайший авторок яна открывая сезон подрыхтовки до 880-годзя Гомеля. Тут упершыню в Беларуси пройдзе опен-эйр «Цирк. Моё жыццё». Тема абрана не выпадкова. Гомельский цирк, який з'яўляецца одной из визитных картак города, сёлета адзначае 50-годзе. Асаблівае месца будзе адведзена заслужанаму дзеячу краіны, былому дырэктару цирка Якову Лабовичу. В этот день можно будет не только окунуться во все цирковое искусство, в котором будут задействованы практически все коллективы циркового искусства. Это и наш Гомельский государственный цирк, это и цирк инклюзивной культуры, дворца культуры Костюковка, дворца культуры фестивальной. Все площадки будут мастер-классы работать для детей. Но в этот же день мы откроем уникальную выставку, посвященную Якову Михайловичу Лабовичу и в том числе становлению Гомельского цирка и личному вкладу, который Яков Михайлович внес в историю нашего города и в историю государственного цирка. Фест «Цирк. Моё жыццё» у картинной галереи Ващенки пройдет 21 червеня. Яно пачнецца у 16 годин. Уваход бясплатный. Намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Юрый Назараў правядзе асабісты прыём грамадзян у Гомелі. Ён адбудзецца 23 чэрвеня. Пачатак у 10 гадзін у будынку аблвыканкама. Папярэдні запіс ажыццяўляецца па нумарах 33-46-91 і 33-46-93. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.
Генеральный партнер программы «Белгосстрах». Крупнейшая страховая организация Республики Беларусь.